положительно пока. Ну, один раз сучки плакали. Уже. Всех жителей деревни. И поближе подойди. 107 человек. Подойди поближе. Да. 114, это 107 не добрали. Подойди поближе. Да я отсюда читаю. В том каменном, да? Да, вот школа. Я вот туда и туда. Так а на что смотрели? Как они смотрели? Вот 21 немец ехали на подводы сюда, оперативный отряд. А в это время вот здесь в кустах и вот ваш самолет, который да. Вы раскапываете, стоял партизанский отряд. И немцы били. Вот мы выдвигаемся к месту падения самолета. Сегодня воскресенье. Но есть надежда, что за сегодня и заберем его. Первое препятствие – съезд с дороги через какие-то каналы. Тяжеловато, конечно.
здесь будет штаб. Поехали. На каждой пленке я все время буду говорить в этом. Не ругайся. Ребятки, блин, в кадре. Главное, что ты в кадре будешь, Ген. Наше сооружение работает хорошо. Подожди. Опа, вырвал. Нормально, нормально. Да это шевелилось. Это только хорошо. Ух, конечно. Вот так. Смотрим. Откуда двигатель? Вон, горело. Да мне не похоже. Рама это. Педали там? Это даже хорошо, что рама. Это еще кусок фюзеляжа идет. Мы сейчас выйдем на кабину. Вот теперь надо попробовать. Ну отчисти, что тут еще можно запомнить. Потом соберем. Я только задница кружим, ладно. Тоже хороший кадр. Сейчас бы ты пошел рубить березы, приколоть. Смотри, приехал, встал, 5 минут и все готово. За? Есть за что веревочку завязать? Лучше завяжи веревочку. Все, пусть мелочевка покажет. Нет, хорошо. Не, блестит там, видно. Таска, там маленькие кусочки. Сара, стоп, все. Зеркало наше так. Ну, нагрину-то под ноги, не бросайте, только шаг. Там что-то рвется, посмотрите. Все рвется. Не ругайте, пожалуйста. На пленке все остается. Там это к чему-то крепко привязано. Вот, и оно вот там лежит. В правом углу. В угол туда надо рвать. Ух ты, крепкий самолет, слушай. Вон, снизу там что-то лезет. Пошло, пошло, пошло. Да, стойка не уходит. Передать? Да нет, она лезет, что-то перерывает. Где ты лезет, даешь? Бля, там труба какая-то соляра текет или что? Там все. Труботрон, да рядом мотор. Туда в угол. Слушай, на угол, по сюда. Давай, давай, давай. Сейчас вот мотор сюда. Пушка пойдет. Ну. Кто-то там ползает. Давай, Ген. Ну, нам вес надо здорово. А я дохленький. Вдвоем. Нет, втроем нельзя. Не, ребята, давайте-ка опускайте вы все это дело, блядь, и полезли в тот угол откатывать. Да. Обсеритесь вы все это. Обсеритесь, ну. А дальше все полностью поднимайте. Всю раму тащим. Перебрось рычаг, Ген, опускай. Всю раму тащим. Летел, блядь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Подтягивайте трос на себя немножко. Высыпи куда-нибудь. Вон и есть где-то. Сдувается.
Ну что, в медну? Давай сюда ведро сейчас, а когда там передам. Да. Так, ребята, дайте ведро там, высыпите. Железо. Железо туда. Сюда включи. Вот она. Вот бак с резиной. Ага. Во-во-во-во, это бак. Вот он, видишь? Вот он. Масло застойкой был. Сергей Иванович, у тебя чистая кассета-то есть? А? Чистая кассета есть? Найдем. Купим. Надо съездить. Заплющие. Купить пленочку тоже надо. Так, надо ведро, снимать. Ведро, давай. Так, пусть они там ебутся, давайте сюда. Серега, как мне потом звук-то вырезать? Понял. Это русский фольклор. Да. А у тебя пип нету? Вот когда будешь слушать, будешь делать пип. Хотите его? Давай, покатим. Что, я ругаюсь? Друзья, сюда достай. Круглое неси, квадратное кати. Наоборот, квадратное. Кати, а круглое неси. А я что сказал? Ты его пробьет и пиздец ему это Че? Патроны стрелянные, патрон целый. А главная интересная находка – это тушенка. Банки с тушенкой. Тушенка присутствует. Второй фронт. Американская. Да. Ну, полотенце. Ну, пальцы были в дырке. 12,7. Летчика? Ну. Ну, моторные были. Подъел, Паш. Ты впервые там где-то? Ну да. Кто не смотрел этих танков? Нет у меня, на, ну на, дыми. Отдайте по-хорошему перспективу. Что будет, как в прошлый раз. Последние съемки. Вот сколько уже наковыряли. Это радиатор. Вот соты видны. Наша тренога. Вот видно, что черная труба сильно изогнулась. Потому что трос идет не вдоль трубы, а чуть в сторонке. Там вот стойка шасси лежит. Вот оно. Трос зацеплен за двигатель, который нам не выдернуть пока, к сожалению. Вот колесо. Баки воздушные. Груда железных труб от рамы. Куча всякого хлама. Ужасно. Это карбюраторы. На фоне бронеспинки вот она там лежит. Вот это вот зубчатые такие, это педали. Вот одна. Вот вторая. Вот это камера из колеса. Это сама покрышка.
Это та самая тушенка. И мы пришли вот оттуда. Вот моя куртка висит. Света уже маловато, конечно, но ничего. Вот картер битый лежит на радиаторе. Тут вот огромный такой радиатор. Соты. Вот они торчат. Чистая медь. Если говорить о материалах. Вот там вот это тормозные диски из колеса. Вот стойка шасси. Тут вот еще железяки лежат. Это наша тренога. Ох, как изогнулся. Это мы зацепились за двигатель. Огромная. Вот там двигатель. Света не хватает. Вот на двигатель идет трос. Вот так. Вот она, наша тренога стоит. Вот это вот труба гнется. Надо немножко пониже было бы его открыть, и все будет в порядке. Вот. Вот трос пошел вниз. Вот так. Я грязный, чумазый. Уставший. До двигателя мы добрались. К сожалению, мы начали подъем в воскресенье. Так как об этом месте падения стало нам известно только в субботу. И пока нет дождей, а местность здесь болотистая. Поэтому мы решили в экстренном порядке приехать и попытаться его выдернуть в один день. Но в один день не получилось. Поэтому часть людей, которые не могут в понедельник здесь, на понедельник оставаться, вынуждены уехать. А вот там сейчас раздается звук дровосека. Это ребята строят лагерь. Те, кто остаются, они строят лагерь, будут здесь ночевать. И утром в понедельник с новыми силами вперед. Ну вот и все. Карбюратор в хорошем состоянии. Шильдик есть. На шильдике написано. Сейчас прочитаем. Вот и костер. А вот палаточка. Сергей Иванович там пожар устроил. Надо сразу по танку бросать. Да я устроил по танку. Вот машина. Сейчас ребята тут ужин приготовят и вперед. Кость, если вытягивать его вот в том положении, в каком есть, нужно складывать треногу. Понятно. До максимума. Да, что ядро съел. Сам добавил. Слышал, не прилип. Не, нормально. Камера чувствительность хорошая, еще света хватает. Да. Радует.
Я сейчас там все отснял. Молодец. То есть все ямы, все железки, все облазил, осмотрел. Жалко, что это не будет на самом интересном, на двигателе. Но мы его сфотографируем. Ты не загадывай, может еще неделю долбаться будет. Зачем же нам неделю? У нас еще два дня осталось всего. Ну за два дня успеете завтра. Не, раскопают, да. Завтра его вытянуть. За хвостик только тянуть, не так вот за середину. Надо нас учить. Ну так я знаю, лятые. И крылья еще копните. Копнем. Звезды найдите, звезды. Обязательно. Звезды, кресты. И японский круг. И американский круг. И меч самурая. Да, меч самурая. Меч самурая сразу был вчера. Помнишь такой кол? Закол был. Ну ладно, заканчиваем сегодняшние съемки.